Мне недавно пришлось по крышам бегать. Длиннющая крыша. И вот дублей 6. И уже жить не хочется. Если бы у меня не было такой подготовки, я бы этого в жизни не делал. А зафига такой артист нужен, который физически не может этого сделать? У человека, который занимается спортом, у него есть к жизни вот эта хватка, да? Вот для меня самый кайф, это когда не получается, и вдруг в один момент такой...